руку на плечо и сказал: «Я знаю, что ты встречался с моей прекрасной женой». А где-то между строчками добавил: «Зацени мои мускулы, брат, я их накачиваю каждый день». Да, а потом... Правильно? Я не знаю, это незнакомый Честное мне язык. Честное слово, именно в таком порядке. А напоследок было: «Ты прав, я подскочил, как только она стала свободна, но я слишком красив и счастлив, чтобы считать тебя угрозой, Брайан, веселись». И утопал с пивком.